Всем хорошего дня! Хочу предоставить вашему вниманию орхидею Психопсис Марипоза. Если кому-то интересно, я могу показать бирочку, как он правильно пишется. Так, попробую найти ракурс правильный. Вот. Значит, приобрела ее 2 года назад. И это ее первое цветение. Безумно счастлива, ждала долго. Когда увидела цветонос, радости не было предела. Пришлось ждать 1,5 месяца до цветения. Это был минимум 1,5-2. И вот, о боже мой, появился бутон, который раскрылся в течение 3 дней. Эти орхидеи очень хороши тем, что они револьверного цветения. То есть отцветает цветочек, на месте его появляется второй. Поэтому цветонос нельзя обрезать после того, как он отцветет. Для меня эта орхидея не составила никаких проблем. Абсолютно. Ее очень хорошо содержать на подоконнике. Она непривередливая. Например, фаленопсисы – это немножко сложнее. Ну, а сейчас я немножко приближу эту красоту вам, чтобы вы на нее посмотрели, полюбовались вместе со мной. Я смотрю видео Светланы, которая живет, по-моему, в Калифорнии. У нее тоже, значит, есть психопсисы, и она их называет самураями. Почему-то она вот видит в них самураев. Если приблизить, то да, понятно. Вот, пожалуйста, вам лицо, голова, шапка, плечи, грудь, да, как бы можно вот эти вот перья, как кинжалы какие-то за спиной представить. А вот это вот руки такие, да, как бы. А если посмотреть на нее сбоку, на эту орхидею, ее не зря называют орхидеей бабочкой, мотыльком. Потому что она находится на таком длинном цветоносе, и при любом дуновении ветра она колышется. И это напоминает бабочку. То есть, ну, видно, да? Вот такая, не хочется ее лишний раз тревожить. Ну, вот такая вот там у меня кошечка сидит. Боюсь, чтобы не прыгнула девочка. Девочка, Сима. Красавица, умывалка. Умывалка. Отвлеклась. Вот. Цвет камера не передает настоящий ее цвет. Но он такая же пестрая, красивая. Чуть-чуть цвет отдают в коричневый, чем в красный. Здесь она на камере более такая красноватая. Ну, а по жизни она чуть-чуть другого оттенка. Ну, собственно, и все. Девчата, ребята, заводите такую себе орхидею, причем есть разные виды. Я, например, ищу Психопсис Альба, она желтого цвета. Если, может, у кого-то есть, поделитесь, если не жалко. Ну и все. Всем хорошим людям хорошего дня!